Мартин такой: ну что, хозяйка, ты видишь, я даже вышел с контейнера, из влажной камеры, отдай мне вот этот бубен, который ты там поставил. Он смотрит сюда, говорит: там они, там, да, вон они. Вон они, да, вон, вон, вон. Ух, они там, да? Это я вот так вот уберу, он потом втыкает, куда его поставить. Там они, там я буду на них смотреть. Давай мы сначала немножко вот это все дело уберем, а потом будем кормиться. Уже прыгать готов, глянь, что есть. Ну-ка. Ну, сейчас тень будешь ловить. Давай я сверху вот так вот буду, да, со вспышкой. Вот он, вот, вот, не надо на тень смотреть, вот. Ну, начинается, о, нормально. И уборка легка, салфетку убрал, и красота. Если что-то мимо салфетки тоже там протерли, и никаких проблем. Тут еще с этой жарой я никак не могу попасть в Уганг за тараканами, за партией съездить. Свои заканчиваются, вот реально нехватка. Вот сейчас вот еще 37 на завтра передали, а на следующей неделе вроде как на спад пойдет, и надо будет успеть сгонять за тараканами. Да-да-да, скажи, мы уже проголодались за неделю. Сейчас у нас ночь субботы на воскресенье, волшебное время, когда к тебе приходят ночью тараканы. Хрустящие, вкусные, прелесть. Супер, скажи, нямочка. Ну, гляди, будешь? Давай-давай. Конечно, буду. Я за неделю проголодался прям вообще. Солнце, давай, в тебя еще влезет. Вот оно, давай. Давай-давай, ты сегодня решил на бицухой похвастаться. Да, тебе без влажной камеры очень идет, я тебе говорю. Надо кушать снаружи, а не внутри. И хвастаться своим мускулистым телом. Угу. Ну-ка, еще влезет? Да, это мы уже жрем племенную базу, которую я оставляла на разведение. Поэтому они крупненькие, нормальные. Не мелочь. То есть уже съедаем то, что нужно было оставить, так как просто тупо из съедобных ничего не осталось. Да, доедаем нычку, так сказать. Еще одного, и я отстану точно. Ой, ты решил хвостом похвастаться, я поняла. Давай, глянь, у меня еще же есть. Ну, Марти, глянь. Разверни оглоблю. Гляди. Ну, гляди. Вот оно. О, да, таракан. Ну, ладно. Уговорила. Раз, скажи, в лицо суют, надо брать. Точно. Да-да-да. Ну и все. С тебя хватит. Вон они все в зубике. Давай глотай. Что ты их там держишь, как в сумочке? Пеликан ты мой, блин. О, глазами пропихивает. Ну, а ротиком там, скажи, прижать надо подбородочком. Давай. Глотай, а я сейчас поставлю тебе обратно в влажную камеру, да надо жен твоих покормить.